Здравствуйте, с вами программа «Наш университет» и я ее ведущий Владислав Изотов. Сегодня Институт экономики и управления Орловского государственного университета – крупный научно-образовательный центр, организующий учебный процесс подготовки специалистов с высшим экономическим образованием. Отличительными особенностями института являются высокий уровень профессионализма преподавательского состава, активное участие студентов и преподавателей в научных проектах и образовательных программах международного обмена, функционирование целого ряда научных, школ, исследовательских центров и лабораторий. В институте работают 25 докторов экономических наук. На данный момент обучение в Институте экономики и управления проходит более 800 человек. Студенты института являются призерами всероссийских олимпиад, победителями международных олимпиад. Ежегодно проходят стажировки в странах Европейского Союза. Институт экономики и управления не только готовит к успешной профессиональной карьере, но и позволяет постоянно повышать уровень знаний на всех ее этапах. От малого специалиста до топ-менеджера. Институт экономики и управления – это уникальное место, в котором сочетается не только учеба, но и неформальная часть. К учебе мы можем отнести пары, лекции, конференции, которые проводятся у нас ежегодно практически каждый семестр. К неформальной части можно отнести своеобразные праздники, профессиональные, также стажировки в иностранных университетах. Именно наш университет предоставляет возможность студентам попробовать свои силы в различных олимпиадах, мероприятиях, конкурсах. Буквально недавно состоялась международная стажировка в Бельгийске. Университет. В Институте экономики и управления ежегодно проводится очень много мероприятий, которые помогают студентам развивать свои творческие способности и реализовывать свои мечты. Это никогда не отвлекает от учебы, потому что все преподаватели, наоборот, поддерживают студентов в их начинаниях. В Институте экономики и управления каждый студент может найти себя в той сфере, которая ему наиболее интересна. Также в нашем институте открываются много возможностей для реализации себя в различных проектах, также для развития своих навыков. Институт дает массу возможностей студентам. Например, бизнес-инкубатор. Я буквально вот в прошлом году участвовала в WorldSkills. Я заняла место первое в нашем институте на отборочном чемпионате. Наши преподаватели самые доброжелательные. Они знают, как заинтересовать студента так, чтобы мы от лекций и от практических занятий получали только самые положительные эмоции, чтобы мы занимались учебной деятельностью, участвовали в различных конференциях, олимпиадах. Мы постоянно занимаем призовые места. Несколько лет Институт экономики и управления реализует проект, связанный с финансовым просвещением населения. В данный проект вовлечены преподаватели нашего института, наши студенты и стратегические партнеры финансово-кредитных учреждений области. В рамках данного проекта проводятся просветительские мероприятия для школьников лиц среднего возраста и пожилого возраста, где мы знакомим население с особенностями пользования различными финансовыми услугами. В настоящее время институт планирует продолжить и расширить данное направление за счет сотрудничества с Московским государственным университетом. Институт экономики и управления действительно звучит гордо. Это в настоящий момент результат объединения трех крупных подразделений. Три достаточно крупных факультета, занимавшихся подготовкой экономистов и управленцев, в настоящий момент объединились в институт и, собственно, полностью все те ресурсы, которые может дать опорный вуз, и те ресурсы, которые были в этих институтах, нашли свое применение в подготовке новых специалистов и бакалавров по разным направлениям. Есть ли спрос у орловчан и у ребят из других регионов? На экономическое образование, на классическое экономическое образование есть всегда спрос, потому что, по сути дела, любая отрасль, любое направление закрывается вопросами экономики, и экономическая подготовка специалистов в этой области полностью сейчас закрывает не только потребность нашей области, но и близлежащих. Где находят себе применение ваши студенты? Поверьте, мы закрываем полностью все потребности разных сфер экономики. Вот, изучали этот вопрос достаточно подробно, и сейчас можно сказать, что в институте более 10 направлений подготовки по бакалавриату, есть специалитет, это эконом-безопасность, есть 11 направлений подготовки по магистратуре, мы закрываем практически все сферы. Вот, и в общем, наши выпускники работают не только
непосредственно в Орловской области и за пределами ее. Исходя из тех потребностей, которые сейчас есть в экономике, мы смотрели практически все наши выпускники трудоустроены, и большинство из них, естественно, по тем направлениям, где осуществлялась подготовка. А за последние годы какое количество студентов уже выпустили? Ежегодно сейчас Институт экономики и управления выпускает порядка 420, вот это последний наш был выпуск студентов. Вот. Естественно, сейчас будет небольшой спад в силу демографических проблем, ну и ряда других особенностей подготовки, но мы надеемся, это кратковременно. Ребята, которые здесь учатся, получают образование в вашем институте, каким образом они могут получить практические навыки? У нас достаточно много аспектов, связанных как раз вот с формированием практических компетенций и навыков. В частности, у нас отлично налажено взаимодействие с нашими партнерами по различным сферам экономики. У нас есть стажировки, которые проходят на целом спектре предприятий Орловской области. У нас есть стажировки, которые проходят в администрациях. Ребята участвуют в работе нашего бизнес-инкубатора, создают собственные организации предприятия с помощью вот наших преподавателей и с помощью сотрудников различных служб, которые есть в структуре бизнес-инкубатора и в структуре института, университета. В общем-то, значительный момент, как бы тот, который необходимо подчеркнуть в подготовке, и это специфика, вот, то, что, по сути дела, мы, являясь частью опорного вуза, можем пользоваться значительной базой, которая есть в опорном вузе, и иметь возможность взаимодействия со смежными институтами, структурами, входящими в состав. Вот. А спецификой, в частности, формирования планов за последние 2 года является наличие модульного подхода. Ребята могут имеют определенный момент выбора, когда может формироваться учебный план с учетом определенных пожеланий. Мы можем учитывать возможности работы наших других институтов в зависимости от интересов работодателя, интересов предприятий. Вот. Помимо всего прочего, естественно, в состав тех самых планов, которые создаются, включаются в работу по формированию этих планов непосредственно предприятия, мы можем с учетом их пожеланий точно так же готовить специалистов по определенным направлениям. Мы являемся активными участниками WorldSkills по предпринимательству, компетенции предпринимательства. Наши ребята участвуют в международных стажировках. Вот не так давно завершилась наша одна из стажировок, где ребята участвовали в работе бельгийских партнеров. Вот. Помимо всего прочего, ребята участвуют в целом в ряде научных проектов. У нас достаточно сильный преподавательский состав. Сейчас 26 докторов наук участвуют в работе института. Каждый из них практически является не только экспертом в своей области, но и участником различных экспертных сообществ. Мы входим в несколько экспертных советов на уровне области. Это позволяет ребятам подключаться к работе с наиболее свежими данными, с наиболее, ну, как бы острыми проблемами, которые сейчас стоят в экономике. ЕГЭ сдаем по математике, это профильное направление, и по обществознанию, и русскому языку. Хочу сказать сразу, что готовим мы достаточно востребованных специалистов и что конкурс достаточно большой. Это была программа «Наш университет» и я, Владислав Изотов. До скорых встреч!